Всем привет, с вами я, стоит Тостер 238, и сегодня я буду проходить карту под названием Секрет Тотема Бессмертия. Ну что, давайте начнем. Итак, правила есть. А вот создатели. Пишет команды и дополнительно строитель, wordplay, строитель, и пишет диалоги VV707, бета-тестер, кто? Капитан игр. Интересно. Так, что тут еще? Вот, информация. Игра создана для одного человека. Играть в режиме приключения, не читерить, не забывать собирать пасхалки. Хм, интересно, а тут сразу... Ага! Вот тут вот есть пасхалка. Так, интересно, а тут еще где-то есть пасхалка? То... Так. Что? Офигеть, как много одежды. Так. Но я уберу. Ножницы, чтобы забирать предметы. Из-за рамок. Ага. Если что-то сломалось... Кого? Что? Ейзенхам. Автор разработчики. Это кто вообще? Привет, Ейзенхайм. Спасибо, что проходишь нашу карту. Карта строилась 2-3 месяца, особенно сложно было делать босса. Интересно, раз босса надо. Надеемся, что карта тебе понравится. Удачи в прохождении. Видимо, это какой-то ютубер. Так, а книга я вот сюда вот. И сразу пасхалочка, да? Бедный Йорик. А, ну да, есть же такая ачивка, бедный Йорик. Так, начать. И игровой мир Виви представляет. Не поместилось. Секрет тотема бессмертия. Так. Ну, моя голова. Что было со мной? Вам записка, что опять в путешествие? Спасибо. Ну, можно и так сказать. Что с его головой? Напился, наверное. Советую взять ножницы. Без них вы не сможете взять вещи из рамок. Когда будете готовы, встаньте на золотой блок. Вы не сможете вернуться на старую локацию. О-о-о, так. Книга. Дневник. 45-й день. Я живу один. Я повидал очень много за свой 20 лет. Может, за свои 20 лет. Мне кажется, тут немного авторы карты были малолетками. Потому что с орфографией у них, походу, не очень. Искать... Потому что у них орфография это так себе. Искать стало сложнее. Не думаю, скоро привезут карту. И смогу наконец-то забыть про золото и славу. Видимо, он очень знаменитый. Раз и золота, наверное, у него много. Так. Что тут? Офигеть, сколько ножниц. Хотя, подождите, они все равно не ломаются. Ну ладно. Так. Что тут интересно еще есть? На втором этаже. Пустая рамка. А, так можно еще рамки ломать. Мне кажется, это не просто так. Бамбук. О! Компьютер. А, да ничего. Беру-ка рамки вот сюда вот. Так, что тут у нас? Телевизор. Ну да, нормальненький такой домик. Так, но все-таки возьму еще одну пару. А карту взять можно? Да.
Да, прям понятно. Только крест и отмечен. Тут пасхалочек нет. Опасно есть. А, ну тут нельзя. Наконец-то я здесь. Типа он из пещеры вышел. Понятно. Задание. Найдите храм. Но я сначала все обыщу. Потому что не может быть просто так. Опа. Что тут у нас? Поздравляю, ты нашла пасхалку. Чё? Миль-попс. Нормально. Типа, это связано с рекламой, что ли? Вот это миль-попс. Жух-жух-жух. Нормально так. Так. Что тут еще есть? Мидпупс. Интересно, это как-то потом поможет? Тут, кстати, тропинка. А, ну, видимо, нельзя подняться. Так. Что тут еще? Да вроде бы, наверное, ничего. Хотя стоит везде посмотреть. Опа, много рамок. Соберу-ка я их. И палатка. Пустой бутылек. А это что? Поздравляем, ты нашел пасхалку. Опять. Чеканная монета. Ой. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О, нормально. Пасхалка за пасхалкой. А это просто стрелы. А, так я могу и без этого собирать. Ну ладно. Вообще не понимаю, зачем тут столько разбросанного. Ну ладно, думаю, пригодится. Так. О. Так, это чё? Типа небольшая пещерка? Так. Мне кажется, тут что-то да есть. Потому что не может быть просто так пещерка. Или может быть? Да, действительно, просто пещерка. Так. А если так посмотреть? Тут ничего. Интересно. Да, вот. Да, ё-моё, случайно. А чё у меня прыжок-то не сработал? Да нет, вот это работает. Блин. Так. Вот. Нет, ничего. А тут интересно. Мне кажется, тут что-то да есть. На деревьях. Так. Ну и просто типа смотровая вышка. Так. Да нет, походу, ничего на деревьях. Потому что если бы что-то было бы на деревьях, хотя бы подсказку дали бы. Вот там, видимо, храм. Окей. Ой! Что-то вижу. Ты храм видишь. Нет, это еще пока что не используется. А, ловушка. А я давно ловушку. Стрела порчи. Пригодится, наверное.
А я заранее пошел не по тому пути. А, кстати. Нифига себе. Вот это расщелина. Это я как так обошел, что даже не заметил. Так. Я думаю, тут очень много пасхалок. Кто-то умер, что ли? Ну, спустил их за шмотки. Так. Тут очень давно... А, видимо, он умер от... Видимо... Ну да, он умер от... А чё он умер? От того, что не было еды? Или чего? Мне нужен... А, ключ для сундука как раз тут. Так, спасибо. Или... А у меня вообще выживание, что ли, стоит или чё? А, ну да, я и думаю, чё... Так, это не ключ. У него тоже была карта. Спасибо, возьму лук. Так. Сундук. О, стрелы. Лопата. Старая железная лопата. Может ломать гравий. А тут, кстати, может что-то из паутины быть? Две... Ну, в принципе, зачем мне вторая карта? Снова стрелы и книга. Планы. Задание первое. Перевести вещи. Второе. Поставить палатки. Встретиться с группой. Один. Найти храм. Найти тотем. Увести тотем с храма. Продать тотем. Видимо, либо чувака бросили, либо убили. То мне кажется, скорее всего, либо первое, либо второе. А вот это уже большой секрет, так сказать. Так, тут что-то есть? Да нет, ничего нет. Хотя тут горит костер. Может, он ехал и случайно об что-то... Что-то увидел и свернул не так. Почему-то люки не могу открыть. Видимо, он врезался в дерево и умер от кровопотери. Наверное. А теперь другой вопрос. Где тут гравий? И... А, ну, наверное, скорее под гравием и будет клад. Ну, точнее, ключик. Ключик, ключик, ключик. Там ничего нету. Значит, там где-то. А, даже след есть. То есть он ехал, ехал, ехал. И, видимо, дерево упало внезапно, и он случайно... Жаль чувака. Очень жаль. Так. Реально, кстати, а где гравий? Хотя... А, так подождите. Мне кажется, он с кем-то еще ехал. Типа первая машина проехала, а когда вторая машина ехала, что-то пошло не по плану. То получается... Это что? Вивито. Понятно. Да. Похоже, тут кто-то был. А вопрос в другом. Где гравий?
Пу-пу-пум. Или же, когда была гроза. Ну, наверное, много версий. Только одна правильная. Так. Где гравий-то? Его понять. О! Лестница. А, ну да, я не могу забраться. Костер потухший. Старая железная лопата, которая может ломать гравий. И опять старая железная лопата, которая может ломать гравий. Что такое? А это что? Сохранение. Чекпоинт. Понятно. Так. Не, реально, а где? Должен быть гравий. А, видимо, вот здесь вот. Может быть. Хотя... Тут очень много камня. И вряд ли. Да. Все фигня. Так. Где же этот гравий? Гравий, гравий, гравий. Палка? Чё? Чё, реально просто палка? Ничего себе. Это... Тут же её не было. Понятно. Так. А гравия все нет и нет. Понятно. Или же просто я слепой и не вижу. Что возможно. А возможно и нет. Хотя я очень внимательный. О, еще один Йорик. Только белый Йорик. Что тут все подыхали-то? Может, типа, тот первый, а этот второй? Ну, возможно. Еще тут какие-то странные ямы. Или так и должно быть. Так. Меня больше интересует ключ. Типа, где я могу его раздобыть? Так. Нет, натяжной раз... Но почему тогда лежала рядом с ним? По сути, это... Ладно, чувак, тебе оставлю. Хотя... Нет. Ладно, тогда придется к храму идти. А где я тогда найду ключ? Значит, либо в храме, либо еще где-то. Угу. Удачи. Стоп! А на этих бугорках нет? Ну, нет. Так. Ну ладно, тогда придется уже... А, оп. Ай, блин, я пропустил. Ну, наверное, там было написано палатка, что там? А вот и гравий. Так.
Надеюсь, тут будет ключ. Минус одна лопата. Так. Минус одна лопата. Так. Еще гравий есть. А ну тут. Так, так. Тут ничего. Там что-то есть? Мне кажется, да, там что-то есть, но просто не видно. А, ну да, вот. Ай. Блин, последняя лопата. Провалюсь, и все. Блин, минус еще одна лопата. А там что-то есть. Ё-моё. Густая паутина. Ничего. Мне кажется, вот тут вот где-то. Так. А, ладно уже. Видимо, там реально ничего не было. Так. Хотя не, я сначала обследую все на первом этаже. Опа, а это что? Нет, еще рановато. Первый этаж. Камеры. В одну из камер можно зайти, а выйти, наверное, можно. Вот рычаг что-то делает. Оп. Оп. А, стоять. А, да, все правильно. Так, тут ничего. А тут, видимо, проходы. Хотя, ладно. Посмотрим, что тут. Так, тут ничего. Тут библиотека разрушена. Так. Ключ какой-то. Так, куда его можно? На белый цемент. Не-не-не-не, я сначала тут все обследую, а потом уже. А. Угу. Обследую тут все. Удачи. Это только по этому пути можно сюда. Так. А все-таки. Так, что тут? Ничего, ничего, блин, тут гравий. А, ну, блин, можно было это, ну, ё-моё. Короче, мне придется считерить, потому что. Вот так вот хотя бы. Все. Если вы, конечно, не были против. Что тут? Поздравляем, ты нашел пасхалку. Пульт телепортации. И это пасхалка. Ну ладно. Мне кажется, еще тут что-то. Хотя. А, нет, тут уже можно выйти. Значит, отправляемся туда. Так. Мой любимый паркур. В скобочках нет.
Как же я... Как же я его не люблю. Оп. Оп. А. Так. Вот так. Вот так вот. Капец, как я все это прохожу? Что тут? Бумага. Ну ладно, сойдет. Наверное. Аккуратненько, потихонечку. А вот сейчас опасненько. Раз, два. Хотя нет, я подожду, пока я восстановлюсь. Раз, два, три. Так, книга, книга. А что это? Книга крафта бедрока. А что, раньше можно было крафтить бедрок? Ё-моё, сейчас же сгорю. Да, ты нашел пасхалку. Ух ты. Конец игры. Хотите загрузить последнее сохранение? Да. Офигеть. Нормас вообще так. Хоть чуваки, которые делали эту карту, неграмотные, но карту они делают нормально. Так. Что тут? А, тут, видимо, вообще ничего. Но все равно. Я хочу посмотреть, что там вообще. Блин, не люблю это место. Опа. Бум. Так. Оп. Фух, чуть не упал. Так. Сюда. Не-не-не-не-не-не-нет. Давай быстрее. Регенься, регенься, регенься. Фух. Так. Отсюда то ли можно попасть, то ли нельзя. Хотя, скорее всего, можно. Но это надо прям так пройти, чтобы было нормально. Оп. А, ненавижу вот эти вот огоньки. Хотя туда можно еще. Оп. Нет, сюда вообще нельзя попасть. Это надо как-то так прыгнуть, чтобы... Да, это надо... Невозможный прыжок. Так. Давай, регенься, регенься. Так. Раз. Так. Два. Три. Вот. Есть. Ну чё, с Богом. О! Есть. Ага. Есть. Ага. Все. Да. Ну там, видимо, уже все. Все я тут забрал. Забрал. Так. Все, можно уже сваливать. Пум-пум-пум, пум-пум-пум.
Так. Оп. Ну, понятно. И вот, свобода. Это то есть был не храм. Видимо. Ладно, я его вижу. Угу. Так. Или просто в том сундуке, где заперт в начале. Видимо, там и ключа-то нет. Какой-то домик. Так, значит, мне надо найти кирку. Это однозначно. Землянка. Это нет. Ничего там нет. А тут... О! Что-то есть. Ну это... Вот как раз. Так... Так, поваленное дерево, джунглевское. В принципе, ничего необычного нету. Там, мне кажется, тут реально что-то есть. Так, опа. Так. Опа. Недочет. Или тут что-то есть? Да не, нету. Так. Задача найти храм. Опа. Это что? Ну ладно. Так. Обычные звуки Майнкрафта. Так. Да что тут вообще есть? Я нашел, что искал. Ну, поздравляю тебя. А я ищу пасхалки. Так что подожди со своим нашел. Опа. Пещерка. Да почему не могу? Вот. Поздравляем, ты нашел пасхалку. Так. Шляпа Индиана Джонса. Одену. Нормально. Так, тут что? Железный меч. Пригодится. Тут еще что-то есть? Нет, нету. Так. Я знаю, что тут где-то есть еще и кирка. Потому что не может быть так, что там какой-то пергамент лежит. Меч? Еще один? Так. Как его забрать? Да как тебя забрать? Ну. Ладно, сейчас все будет. Ну. Ну вот, палка. Она же все равно не нужна. Так. Отдавай. Ну. Вот. Есть. Меч Габриэля... Это тоже пасхалка! Меч Габриэля? Это же из Story мода. Майнкрафт Story мод. Эх, воспоминания. Зашкаливают. Индиана Джонс. Какой-то портал. Капец. Опа. Еще что-то.
Поздравляем, ты нашел пасхалку. Зомби? Вот это я не знаю, что за пасхалка. То ли к обычному зомби относится, то ли просто. Так, отсюда я пришел. Не, ну должна быть кирка, потому что там этот пергамент лежит, а ключа к нему нету. Точнее, кирки. Потому что не может быть просто так, что там какой-то пергамент. Или же просто там так лежит. Так. Ну ладно. А вот он и храм. Очень красиво выглядит. А, ну, кстати, это же еще не храм. Оп, что тут? Лоза. Лоза. Да ё-моё. Лоза. Лоза. Лопата, которая может ломать гравий. Ага. А тут, тут тоже лоза. Серьезно? Так. Кстати, стоять. А тут что-то есть? Или нет? Так. Снова эти символы непонятные. Или... А, это я уже не туда вышел. Ё-моё. Так, ладно. А вот здесь вот что? Огромное дерево. Так. Так. А, вот тут вот что-то. Да нет, просто разрушенное. Там что-то есть? А тут тоже ничего нет. А, там стенд для брони. А вот и вход в храм. Бум. Обследуйте храм. Итак, а на этом месте мы закончим. Всем спасибо. Всем пока.